Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Линка Гейм, и у нас будет тяжелая броня, и но не очень тяжелые битвы. Пойдем мы туда моим вторым эшелоном, то есть второй восьмеркой, самой сильной моей восьмеркой, короче, которую я сражаюсь реже из-за того, что не могу их еще прокачать сильнее, да. Но перед тем, как мы продолжим, ребятки, не забываем, что видео про динозавров переехали на канал Jurassic World Ru, ссылка в описании под этим видео, и, в общем-то, на канале, в интересных каналах тоже она есть. Так, ну, а мы тогда продолжаем. Так, у нас вот эти вот ребятки идут, да, давайте... Давайте вот травоядными и пойдем против них. Травоядные против травоядных, хотя у нас там Джемини Титан, он хищный. Хищный зауропод. Такой вот нонсенс. Так, давайте. Я вообще-то Ардентис Максима хотел вызвать. Он подменился... Так и я ж подменился, и что кому прилетит? Мне паралич прилетел, а ему ничего не прилетело. Очень прекрасно. Да он сейчас тут загнобит. Но на приоритет остался у него. Ай, блин. И у него паралич сработал, конечно же. Мой сейчас, наверное, опять не сработает. Так, ух ты, ничего себе, такой супер удар. Не было такой анимации раньше. Так, давай, хиляйся и валяйся. Блин, я же его и добить мог. А, ну нормально, все, все по плану. Ты дыщ, такой мелкий, с такой забавный дракоцератопс. А, ну давай, долгая защита. А, блин, это же просто паралич бесполезный. Сейчас все время забываю про это. Так, ну а теперь пора валить. Давайте назад на Игуан Эдмунто Игуанодона. Так, но он ходит сейчас. Нейтрализация. Будет то, что надо. Непобедимость, ха-ха. Зря, 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 зря. Блин, долгая защита. Испортил тут нам все представление. Чао. Ну неплохо, короче, себя показали травоядные, при том обошлись двумя травоядными. Так, битва номер следующая. Давайте еще вот так этими же ребятами пойдем. Хотя у нас там ребята уровнем повыше, но они послабее по эпичности, так сказать. Так, я хотел с Ардентис Максима в прошлый раз начать. Клевый зауропод, мне он больше всех нравится. Но крепкий гаденыш, да, крепкий, крепкий. А, есть такой удар, ха-ха.
Так, а у нас он сквозь броню пробивает или нет? Да. Шикарно. И вот так. Вообще, уничтожитель травоядных. Хотя у него там есть удар со щитом, можно было приберечь этот удар. У него нету пробития щита. Ну, оно нам, в принципе, не понадобится. Можно было бы защититься. Блин, ну реально тащит. Он же тоже того же уровня. Ардентис, красавчик. Ну, конечно, Тардалзавр его бы быстро порвал. Например. Но, тем не менее. Задержка у него есть. Так, ну, тут я больше ничего не могу сделать. Кроме как победить. Блин, один Ардентис завалил троих. Троих своего же уровня. Красавчик. Не ожидал. Так, ну и последний бой. Последний бой. Кого возьмем? Ну так, давайте пойдем. На самом деле, кем бы хотелось посражаться? Давайте вот этих. Они шустрики, да, но с малым количеством здоровья. Давайте вот с этого начнем. Эрли Каспикс. На тебе двойной, а то начнет себя там очищать и все дела. Блин, что ты будешь делать? Сработал у него паралич, но все равно я хожу. Поменялись, да, сильно удары у Синцератопса. Хороший удар. У нас иммунитет. Так, ну, блин, ну все, он уже покойник. Ну давай вот так. Будем считать, что двоих победил. Нет. А на сколько ходов-то я ему снизил урон? Двоих пробил, молодец, не ожидал. Хотя зря, наверное, двойной урон потратил. На следующего бы пригодился. Красавчик. Что-то как-то долго он прожил. Ну давайте, не будем его терять. Вот хочу вот этого парня. Тенентарекс, я вообще очень редко им сражаюсь. Ничего себе прилетело нам. Не по-детски. Резкий такой парень, Тенентарекс. Выживем. А вот он уже не выживет. Интересно, Ардентис Максима затащил бы троих в этом бою? Напиши свое мнение в комментарии.
Ну а на этом, ребятки, все. Не забудьте подписаться на канал и до скорых встреч. Всем пока.